Итак, для меня честь здесь присутствовать, в городе Джей, Флорида. Меня зовут Кент Ховинд, я был преподавателем в школе 15 лет. И я рассказываю в семинарах о сотворении, эволюции, динозаврах, но сегодня у нас День Валентина. Итак, сегодня мы будем говорить о любви. Кто хочет об этом говорить? О, еще бы! О первой любви мы будем говорить. Совершенного человека можно ждать долго, и очень долго. Правильно? Да, возможно, очень долго. В этом мире есть несколько видов любви. Я люблю своего брата, я люблю машину, пиццу. Я люблю свою страну, свою жену, своих детей. Я люблю своих внуков, свой скутер, свою собаку, своего Творца. Я люблю свою жену. Этим летом мы будем праздновать 30-ю годовщину нашей свадьбы. Да, это великолепно. Познакомились мы при первом знакомстве. Мы познакомились в церкви. Да, это то место, где нужно с кем-то знакомиться. С тем, кто любит Господа. Правильно? Да, и жена, она великолепная. У меня 3 взрослых ребенка, у всех уже есть семьи. И я люблю своих детей, но моя любовь к жене отличается от любви к детям. Есть разные виды любви. Я люблю своих внуков. Сейчас у меня 2. Возможно, 20 или 30 скоро появятся. Я люблю свое служение. Земля, приключения с динозаврами. Сколько из вас уже побывали у нас? О, некоторые были. В прошлом году у нас было 10 тысяч посетителей. У нас там очень весело и много чем можно заняться. Много качелей, каруселей, горок. Мы там отпраздновали 140 с лишним дней рождения и где-то 2 или 3 запланировано на завтра. Итак, я люблю свое служение. Я не могу ничего лучшего придумать, как только служить Господу. Сейчас уже 34 года, как я христианин, а спасся я в 16 лет, и тогда я решил, что я буду делать то, что говорит мне Бог. И это замечательно, я очень рекомендую, чтобы вы каким-либо образом служили Богу. Я также люблю свидетельствовать людям и использую сотворение как средство для этого. Вот некоторое из того, что я люблю в своей жизни. Вот моя первая машина. Это Volkswagen 1963 года. О, как я любил свою машину. Я натирал ее, полировал. Я проводил с ней время. О, она блестела, когда я заканчивал. Она разгонялась от 0 до 60 за 4 минуты. 18 хомячковых сил. Это была моя первая машина. Она мне нравилась. Мои коллеги недавно на 50-летний юбилей купили мне скутер. Достигает 130 км в час. Весь блестит. Хорошая вещь. Замедляется от 60 до 0, когда врезаешься в стену. Люблю мой скутер, и так различных видов любви много. Итак, что такое любовь? Как ее получить? Если потерял, как ее возвратить? Об этом мы сегодня и поговорим. Вот Бог говорил Аврааму, Бытие, глава 22. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во все сожжения». Можете представить Бога, говорящего Аврааму, принести своего сына в жертву? Это первый раз, где употребляется слово «любовь» в Библии. Первый раз любовь упоминается в том месте, где говорится отцу принести в жертву своего сына. Интересно. Первое упоминание любви включает в себя отдачу. Любовь — это не получение, это отдача кому-то другому. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее». Интересная история в Бытие 24. Он никогда ее не видел. Авраам, отец, посылает слугу в родную землю, чтобы тот привел его сыну Исааку невесту. И слуга пошел в ту землю, нашел Ревеку, привел ее к Исааку. Это удивительная история в главе 24 Бытие. Можете себе представить полюбить того, кого ты никогда не видел? То есть они поженились в день, когда встретились. «Привет, меня зовут Кент, а твое имя как? Пошли, мы женимся». Видите, любовь — это не чувство, только это прежде всего решение. Вы решаете, я буду любить этого человека. Некоторые люди говорят, ты не можешь, ты должен найти того или ту самую. Я думаю, что-то в этом есть, но на самом деле ты можешь научиться любить любого. Это решение, которое ты принимаешь. Я попал с этим человеком на всю жизнь. Что ж, хорошо, давай сделаем все самое лучшее из этого, что можно. Исаак любил Исава, потому что он ел его убитых оленей. Это пример неправильной любви. Некоторые родители любят детей за то, что получают что-то от них. Если ведешь себя хорошо, они тебя любят, если нет, они тебя не любят. Это неправильная любовь, мотивы неправильные. Что я могу получить? Очень опасно, будьте с этим осторожны. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Представьте, 7 лет работать. Брат, а ты вот для нее сколько уже работаешь? Да, 43. О, брат, я скоро тебя догоню. Мне еще лет 13. Библия говорит: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Вы видите, если вы действительно любите кого-то, любовь может ждать. Похоть ждать не может, любовь ждать может. Люди говорят: «О, у нас любовь, о да, будьте осторожны». Вы уверены? Когда-то я ходил на свидание, и мы с другом решили устроить соревнование, кто больше девочек пригласит из нашей школы. Я его победил, я пригласил 300 и нашел ту самую. Да, действительно, 300 разных девочек, это правда, а он где-то 175 и бросил, прямо посередине соревнования. Какой неудачник. Но истинная любовь может ждать. Девочки, однажды вы будете на свидании с каким-то мальчиком, и он скажет: «Давай поцелуемся». А ты будешь говорить: «Нет». А он скажет: «Да». А ты скажешь: «Нет». А он скажет: «Да». Могу вас заверить, он будет очень настойчив. Так это действует. Вот что вам нужно делать, девочки, когда он скажет: «Я хочу поцеловаться». Вы скажите: «Хорошо, закрой глазки и выставь губки». Пока он выставляет губки, снимите свою туфлю. Не открывай глаза. Ага, сейчас все будет. Если вы сделаете это правильно, вы его перебросите в следующую неделю. Итак, видите, настоящая любовь может ждать. Он ждал 7 лет, работая за ту девочку. Настоящая любовь говорит: «Что я могу дать?» Это может означать отдать время, деньги, энергию, потому что это процесс отдачи. Библия говорит, что не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Я часто вижу родителей, которые эксплуатируют своих детей. Что я могу от них получить? Нет, нет, что ты можешь дать им. У меня был потрясающий папа. Он уже на небесах несколько лет. Цель моего отца была научить своих мальчиков и мою сестру всему. Отец моего отца умер молодым, поэтому моему папе не удалось научиться многому. Я никогда не видел своего дедушку. И у моего отца было 3 мальчика и 1 девочка, и он сказал: «Я научу этих мальчиков всему». Например, он шел в библиотеку, брал книжку о том, как строить скворечники, приходил домой, и мы шли строить скворечники. Среди моих самых ранних воспоминаний я помню, как я держал молоток в руке. Он учил нас, как чинить машины, я знаю, как делать электрику, сантехнику, много вещей, просто потрясающе. Он просто излил себя в нас, чтобы научить нас, как делать то или иное. И много раз я подходил к своему папе и говорил: «Папа, спасибо за все, что ты меня научил. Что я могу для тебя сделать?» Он сказал мне: «Сын, ты хочешь мне отплатить?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Сын, делай это для своих детей». Я сказал: «Хорошо». Он нас любил и излил себя в нас. Некоторым из вас нужно быть очень осторожными. Жизнь в этом мире становится все более напряженной и ритмичной, столько отвлечений. В скором времени у вас будут свои дети. Вам лучше выключить телевизор и излить себя в ваших детей. Я помню, как моя мама читала книжки часами. Она привила мне любовь к чтению. Это один из лучших подарков, который я получил. Я люблю читать. И если вы не любите читать или плохо читаете, еще есть время начать. Но, как говорится, кто читает, тот управляет. И вы лучше прививайте у ваших детей любовь к чтению. И если вы не можете нормально читать, вы лучше поступите, как мой отец поступил. Он не знал, как делать, он начал учиться, чтобы потом учить. Он излил себя в своих детей. Любовь — это отдача. Во 2 Коринфянам 12:15 говорится: «Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши». Так говорит всякий, любящий кого-то. Вы уставшие, весь день работали, валитесь с ног. Муж приходит с работы. И он говорит: «О, дорогая, я весь разбитый». И вы говорите: «Ну хорошо, посиди, я пойду приготовлю тебе ужин, помассажирую тебе спину». Ты тоже уставшая, но ты даешь. Иногда ты отдаешь даже тогда, когда кажется, что уже это предел, это граница. Ты все равно отдаешь. Любовь — это отдавать. Лея зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Она не понимает. Она думала: муж мой будет любить меня, потому что я дала ему сына. Нельзя заработать так чью-то любовь. Лия думала, что любовь зарабатывается тем, что она делает. Это трагедия, ошибка для женщин. Многие девочки понимают это, когда уже слишком поздно. Миллионы девочек теряют свою девственность каждый год, потому что их испорченное мышление говорит им, что их парень будет их любить, если они дадут ему свое тело. И у меня один вопрос. Есть ли еще сфера, в которой вы также глупы? Или это единственное? Это не работает. Послушайте, многие не понимают разницу между похотью и любовью. Похоть не может ждать, чтобы взять. Любовь может ждать, чтобы дать. Решайте, что выбираете. Похоть на ночь или любовь на всю жизнь. Если он не хочет ждать, спасайтесь от него, как от чумы. Много рыб в морях и много морей, но кто-то не любит рыбу. Подождите просто, кого нужно. Я совершил много бракосочетаний, одно из них для моей дочери. Это было что-то, заняло первое место в смешных американских видео. Кто-то видел этот конкурс самых смешных видео Америки? Посмотрите. И поскольку ты, Пол, и ты, Марлиса, со свободной волей избрали один другого и публично открыли свое желание вступить в брак, в присутствии Бога и этих свидетелей, и посвящайте свою любовь один другому, алло? Да, Господь. Нет, я не звонил тебе, но... хорошо. Господь передает, что того, что он сочетал, то человек, да, не разлучает. Пол, сейчас тебе можно поцеловать свою невесту, он говорит. И я всегда говорю парням, которые собираются быть чьим-либо мужем: она не твоя собственность, она твоя жена. Огромная разница. Она принадлежит Богу, однако доверена тебе. Ты заботься о ней для Бога. Не думай просто, что она твоя собственность. Эта идея неправильная. Влюбиться легко и забавно, но, так сказать, легко и разлюбиться, если только это глубоко не укоренилось в хорошей почве. Знаете, когда налетает буря, она многие деревья вырывает с корнем. А некоторые деревья, например, пальмы, очень трудно вырвать, хоть у них и слабая корневая система. Но когда налетает буря, они очень гибкие и наклоняются под силой ветра, а потом опять выпрямляются. Будет хорошо, если ваш брак будет как пальмовое дерево. Пусть он будет гибкий. О, он сегодня такой странный. Человек как будто из пещеры вышел. Что это с ним такое? Ладно, оставлю пока. Все вернется. Может, это странно и не сразу понятно, но настоящая любовь должна быть гибкой, уметь ждать. Оставайтесь в любви сквозь все эти житейские бури. Что делать, если вы потеряли свою первую любовь? В Откровении 2 главе написано: «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Смотрите, что он говорит. Вы хорошая церковь, вы много претерпели, правильные вещи делаете, трудитесь для меня. Господь упоминает труд 2 раза здесь и терпение 2 раза. Он говорит: вы терпели, не изнемогали, трудились. Но вот что он еще говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Вы знаете, что это легко возможно, быть очень занятым своим служением и больше не любить Господа. Очень много движений, многие годами трудятся, и слава Богу за вашу верность, но будьте осторожны. Очень легко потерять ту первую любовь. Почему? Вы здесь трудитесь. Почему вы делаете то, что делаете? Знаете, что в Библии написано, Бог испытает дело каждого, какого вида это дело, никакого размера. А любовь у вас правильного вида? Почему вы вообще что-то делаете? Я 34 года христианин, и скажу, это очень легко потерять любовь к Богу. Так много отвлечений в этом мире. И он сказал Ефесской церкви, что имеет против нечто. Вы потеряли первую любовь. Да, это легко. Итак, как же назад это вернуть? Вот простая формула возврата. Она работает и по отношению к Господу, и к вашему мужу, детям, работе, любому. Откровение 2:5. 3 простых шага. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Первое, что нужно сделать, это вспомнить. Каждый год, в канун Рождества, я уединяюсь. Ухожу от телефона, от всего, что отвлекает, просто сижу и думаю. Итак, как у меня дела в этом году? Физически я лучше? А как в области разума? Я глупее или мудрее стал? Я что-то изучаю, читаю книжки? А вырос ли я духовно? Ближе ли я к Богу, чем в прошлом году? А как в социальной сфере? У меня друзей больше, чем в прошлом году? Знаете, у некоторых людей только один или два друга. Они никогда не учатся иметь много друзей. Потому что рассуждают, тот друг не друг тому, поэтому и мне он не друг. Это глупо. Старайтесь со всеми дружить. Нужно научиться возрастать, как Иисус в Луки 2:52. Иисус же преуспевал в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога, и человеков. Каждый год сядьте и проанализируйте ваши дела. Я знаю, что жизнь может быть очень загружена временами, но я поощряю вас. Отключите все, что отвлекает, и думайте. Как я живу? Люблю ли я Господа, свою семью, так как раньше? Потерял ли я ту первую любовь? Нужно вспомнить. Советую дневник вести. В колледже я вел дневник. У меня была 20-часовая нагрузка, 40 часов в неделю я работал на General Motors. Спал где-то 3-4 часа ночью, чуть не умер. Плюс на автобусе подрабатывал и преподавал в воскресной школе. Плюс женился перед выпускным годом. Полное время работал. 20-часовая нагрузка. И в своем дневнике я писал, я очень устал. Наверное, умру на этих уроках. И вот я почитываю этот дневник, и также вижу заметку о том, как я помог прийти человеку к Господу. Какое благословение! Джимми спасся сегодня и начал посещать церковь. Эти воспоминания могут быть очень полезны, когда ты временами к ним обращаешься. И пока вы здесь, вы можете вести дневник, чтобы записывать то, чему вы научились. Какие духовные вещи вы постигаете? Ближе ли вы к Господу? Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Это слово означает «повернуться». Если ты потерял свою первую любовь, то вспомни, повернись и в правильном направлении иди. Итак, покайся и твори прежние дела. Просто делай то, что ты уже делал. Это так просто, опять полюбить. Вспомни, как было. Покайся, скажи, Господи, я виноват, прости меня, и делай то, что делал. Некоторые из вас, вероятно, помогали по дому родителям. Может быть, писали записочку «Мама, я тебя люблю» и подготавливали посуду, чтобы потом маме было легче накрыть на стол. Я помню, маркером писал, у нас было 3 детей, 0, 1 и 2 года. Все 3 одновременно в памперсах. Я шел на работу и видел пакет памперсов около кровати и писал маркером «Дорогая, я тебя люблю, ты такая хорошая мама». Я знал, что она скоро возьмет один из этих памперсов. На одном памперсе было написано «до 13 килограмм», но они так много не выдерживают. Ничего не важно, потом позже поймете. Вспоминайте, как это было, кайтесь и делайте прежние дела. Вы помните это чувство чистоты, когда вы только что спаслись, уверовали? Мне тогда было 16 лет, я помню, лежал на диване, смотрел на потолок и думал. Я чист. Я чист. Все прощено. Совершенно новый старт. Прощен. Помните, как это было? Я помню, как я пошел в школу в городе Восточная Пьюри, Иллинойс. Зашел в кафешку позавтракать или пообедать, и там все мои друзья сидели за столом. То есть на выходных я уверовал, и вот в понедельник я в школе и говорю: пацаны, не знаю, как все это объяснить, но я спасся, сейчас я христианин. И они как-то странно переглянулись, и один за одним ушли. Я потерял моих друзей. В первый же день. Такое было чувство одиночества. Когда вы решите поступать правильно, жить для Бога, то вы обнаружите, что некоторые, кого вы считали друзьями, вас отвергнут. Но замечательно другое, что с течением лет Бог дал мне настоящих, истинных друзей. Интересно, что когда я уверовал в той школе, я решил, я буду делать то, что правильно. Конечно, я не достиг успеха, но это была моя цель. Я пытался благовествовать всем в школе. Там училось 2000 человек. Я приносил Библию в школу, раздавал буклеты, многих в церковь приводил. В выпускном классе меня избрали вице-президентом. Некоторые мне говорили: Хованд, я тебя не выношу, я не согласен со всем, во что ты веришь, но ты честный, мы тебе доверяем, и мы тебя избираем. На английском со мной сидел один парень. Том, я тогда только что уверовал. Учитель сказал: напишите сочинение на любую тему, и я написал сочинение о том, как я спасся. И я попросил Тома: проверь ошибки, пожалуйста. Где-то через 3 месяца Том говорит: Кент, можно я с тобой в церковь пойду? Мне интересны эти вещи. И, конечно, я его привел, и вскоре он спасся. Сейчас он пастырь в Восточной Пьюри, Иллинойса. Я там проповедовал 2 раза. Он просто рядом со мной сидел, и я дал проверить ошибки. Том привел своего лучшего друга Джона в церковь, и тот спасся. А потом с Джоном мы ходили в один колледж и жили в одной комнате. Это мой внук в Господе. Я помню это чувство. Я должен всем сказать. Есть чувство чистоты. Нужно стараться очищаться. Это что-то. Верите вы или нет, неважно, что ты сделал. Кровь Иисуса Христа очистит от всякой неправедности. Однажды проповедник посетил тюрьму. Он там говорил об очищающей крови Христа. Бог простит вам все. Многие собрались вокруг того пастыря, а один сидел в углу. Даже не смотрел на проповедника. В конце концов он сказал: «Проповедник, меня Бог не простит». Проповедник ответил: «Нет, Он простит тебе любой грех, который ты совершил». Вы не понимаете, меня Бог не простит. Нет, в этой книге написано, что Он может и Он хочет. Парень поднялся с того угла и сказал: «Проповедник, однажды я напился, пришел домой. Мой ребенок кричал, я сказал жене: заткни ему рот, у меня голова раскалывается». Она пыталась усмирить, но ребенок продолжал кричать. И я взял своего ребенка за ступню и сильным ударом размазал мозги по стене. Не может меня Бог простить. Но проповедник сказал: я, пожалуй, еще раз прочитаю. Тут написано: от любого греха. Вы когда-нибудь думали, какой самый тяжелый грех в мире? Кто-то однажды меня спросил: какой самый сильный грех в мире, самый тяжелый? Я думал: убийство довольно тяжкий. Он говорит: нет, неправильно. Я говорю: наверное, измена родине. Нет. Я еще назвал несколько. Он говорит: нет, брат Хованд, неправильно. Тогда уже я спросил: ну какой самый тяжкий грех в мире? Он сказал: ну а какая заповедь первая? Ну, первая заповедь — это возлюбить Господа всем своим сердцем, умом, душой, силами. Итак, если ты это нарушил, то это и есть самый тяжкий грех. О, брат, я в этом каждый день виноват. Мы думаем, что у нас все хорошо, потому что мы не материмся, не курим, не гуляем с девочками. Но, ребята, самый тяжелый грех — это не любить Бога всем своим сердцем, душой, разумением, силами. И если я смотрю на кого-то, кто наркоман или убил кого-то, я могу сказать: твои грехи ничто по сравнению с тем, что я делаю. Я знаю Господа 34 года и все еще не так люблю, как должен. Это самый тяжкий грех. Вопрос. Вы любите Господа? Право ли ваше сердце перед Богом сегодня? Вы помните, когда вы хотели всем рассказать об Иисусе? О, я был зажженный христианин, всем хотел рассказать. Буклеты с собой носил. Я знаю христиан, которые уже спасены много лет. Они раньше носили буклеты, носили Библию с собой, но больше не носят. Они потеряли что-то. О, как бы я хотел не потерять. Если вы никого не привели к Богу, вы даже не представляете, какой радости у вас никогда не было. Знаете, в жизни есть много замечательных вещей. Одна из этих потрясающих вещей в этой жизни — это когда вы держите своего собственного ребенка на руках. Ух ты, какое чудо! И также верно это в духовном смысле, когда вы приносите плод духовный. Когда вы знаете, вот это мой обращенный, я привел его ко Христу. Нет ничего подобного этому. Некоторые из вас никогда этого не испытывали. Я советую вам узнать, что это такое. Это восхитительная вещь — привести кого-то ко Христу. А помните, когда вы хотели читать Библию? Я помню себя, новообращенным, я брал свою Библию и читал главу за главой, за главой, за главой, часами. Помню, как-то заболел я однажды в выпускном классе. Целый день дома пролежал и Новый Завет за день прочитал. Просто полностью. Мне просто не хватало, было недостаточно, больше хотел понять. Вы до сих пор также Бога любите, Библию читаете. А вы христианские работники, вы здесь так долго. Легко состариться. Так легко делать много движений, а забыть ту любовь. Надо быть осторожным. Библия говорит, старайтесь представить себя Богу достойным, не кому-то другому. Я должен стараться представить себя Богу достойным. Перед Ним мне однажды предстоит предстать. А помните ли то желание во всем Богу угодить? Однажды я был спасателем, длинные волосы, блондин. Веровал. Стал читать мою Библию и нашел, что для мужчины это стыд иметь длинные волосы. 1 Коринфянам. Хорошо, Господь. В тот же момент я пошел и подстригся. И все. Я просто хотел во всем угодить Богу. Помню, когда я уверовал, я не был на самом деле очень плохим, но в раздевалках пацаны очень сильно матерятся, и я многому научился от них. И когда я уверовал, то несколько месяцев боялся вообще рот открыть. Когда я к кому-то подходил, то думал, прежде чем сказать. Повторял даже про себя. «Привет, как дела?» Главное, чтобы ничего не вырвалось. Да, от плохих привычек тяжело избавиться. Но у меня просто было сильное желание. Я думаю, что и у вас тоже есть. «Господь, я хочу Тебе угодить. Просто скажи, как. Покажи, и я исполню. Пожалуйста, покажи мне, Отец». Евангелие от Луки, 10 глава. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». «Господь, скажи моей ленивой сестре, чтобы подняла свою задницу и помогла мне здесь, по кухне». Да? Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом. У тебя много суеты, забот». Знаете, мы часто заботимся о полной ерунде. Это если остановиться и подумать. Кому до этого будет дело через 1000 лет то, о чем мы сейчас заботимся? Кто выиграл суперкубок 5 лет назад? А кому какое дело? Это не важно. Взрослые мужчины борются за мяч, хотя каждый себе может купить. Это не грех, это просто глупо. Парню платят 5 миллионов, чтобы он переносил свинячий пузырь на коровьем поле. Затем другому 5 миллионов, чтобы тот назад его перенес. А когда игра закончена, то кладут мяч в коробку и расходятся по домам. Мы заботимся об очень тупых, глупых вещах, если вы остановитесь и подумаете. Я подозреваю, что если вам все равно, то времени уходит больше на прическу или на лицо, а не на заботу о своем духе. Многих гораздо больше волнует внешность, а не сердце. Когда я в школе работал, то подходили ко мне ребята и говорили: «Посмотрите на девушку мою. Она красивая». Я говорил: «Хорошо, я рад, что тебе нравится смотреть на нее, но можно спросить, а Господа она любит?» «Ну, насчет этого не знаю, но она красивая». «Да, красота хорошо, а работать она любит? Может ли рано вставать? Приходит ли вовремя в школу?» «Я об этом никогда не думал, но она красивая, очень». «Послушай, парень, я не хочу лопнуть твой мыльный пузырь, но она такой не всегда будет». Он говорит: «Нет, она всегда такой будет». «О, да? Сходи в дом престарелых и выбери хотя бы одну». Вот что могут сделать в 60 лет даже самой красивой. Выбери ту, у которой сердце к Богу направлено. Иисус говорит: «Марфа, Марфа, ты о многом заботишься и суетишься. Перестань заботиться об этом ужине». А Мария сидела и слушала. Выделяйте время, чтобы слушать Господа. Иисус сказал: «А одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Она просто сидела и слушала. А Марфа там звенела посуда. Я понимаю, что кто-то должен готовить обед. Я тоже очень много тружусь. Но послушайте, ребята. Находите время, уединяйтесь и говорите с Господом. Если вы любите Господа, то должны уделять Ему время, читать Его Слово, делать то, что Он хочет. Если вы хотите создать семью, то вы будете должны уделять время супругу. Это занимает время. Я прогуливаюсь с семьей. Я оставляю всю свою почту. Я получаю 1000 писем в неделю. Нужно говорить: «Все, я это забываю на время. Мне нужно уделить время семье». Или «Мне нужно пойти почитать Библию». Смотрите, здесь все скоро сгорит. Говорят, глупец полирует медь на тонущем корабле. Помню, была такая песня, не помню, кто написал, но там такие слова, что это глупо выравнивать картины на стене в горящем доме. Весь этот мир скоро сгорит. Знаете Джона Поупа из Техаса, пастыря? Так вот, один из его помощников, Джонни Даунс, посещал некоего мистера Ролла с целью заботы о проблемных детях там, в Техасе. И один раз у нас был разговор с Джонни Даунсом, который я запомнил. И Джонни мне тогда сказал: «Тот Ролл интересный парень таки». Потому что когда мне было 17 лет, то я работал у него на дому, что-то там ремонтировал ему. В то время кто-то Роллу подарил новейший Крайслер, как Кадиллак. Совершенно новый, он тогда в гараже стоял. И он говорит: «Брат Джонни, выкати-ка для меня машину, мы едем в церковь». Я был так взволнован и рад, мне 17 лет, я сяду в эту машину, выведу ее. И Джонни садится в этот новейший Крайслер, но забывает закрыть дверь, сдает назад и полностью отламывает ее. Новая машина. Мистер Ролл подходит и говорит: «С тобой все в порядке?» «Нет, смотрите, что я натворил». «А, ничего, все равно скоро все сгорит, новую найдем». Да, вот такое у него было отношение к вещам по жизни. Все скоро сгорит все равно. Вы знаете, сколько он всего оставил после того, как умер? Все. Все. И вы все оставите позади. Неважно, сколько у вас было денег или какие вы были красивые. Красота увядает. Вы можете потратить 1000 часов на ваше лицо, а оно все равно станет морщинистым. Не так ли? Бог смотрит на внутреннюю часть. Он похвалил Марию за то, что избрала лучшее. Откровение, 2 глава. «Но имея против тебя то, что ты оставил свою первую любовь». О, это нетрудно. Вспомни, откуда ты не спал, покайся. И твори прежние дела, то, что ты уже делал. Иисус говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Это очень просто, если вы хотите пребывать в Божьей любви. Узнавайте, что Ему нужно, и делайте это. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли Меня больше, чем эти?» Здесь, возможно, речь идет о рыбе, которую они поймали, я так думаю. Много поймали тогда. А Петр был рыбак. И говорит ему: «Петр, любишь Меня больше, чем эти?» Что любите вы? Деньги? Многие любят деньги. Знаете, люди, у которых много денег, что они хотят? Больше. Не удовлетворены. А у тех, у кого 50 пар обуви в шкафу, знаете, что они хотят? Больше обуви. А у кого большой дом, что они хотят? Больше дом. Люди, у которых быстрая машина, что они хотят? Машину еще быстрее. Вам к этому нужно прийти. Вещи в этом мире не удовлетворяют. Библия говорит: кто любит серебро, серебром удовлетворен не будет. Будьте осторожны в том, что вы любите. Вы можете полюбить вообще много чего. Осторожно. Не удовлетворит. Просто не может. И так он говорит: «Петр, любишь ли меня больше, чем эти?» Петр отвечает: «Господь, ты знаешь, что я тебя люблю». Иисус говорит: «Паси моих овец». Если действительно любишь меня, пойди научи кого-то моим словам. Также будет хорошо, если вы будете кого-то учить. Знаете, что охраняло меня от неправильного образа жизни, когда мне было всего 16 лет? Я только что спасся. Через 3 месяца всего лишь мне уже поручили преподавать в воскресной школе пятиклассникам. Я, 16-летний, учил того, кому 10 лет. Очень многое я себе не позволял, потому что я знал, эти 10-летние смотрят на меня. И ваш сдерживающий фактор — это когда вы знаете, что за вами тоже кто-то наблюдает. Особенно если это новообращенный, которого вы привели. Они смотрят на вас как на пример, и это сдерживает вас. Однажды вы станете матерями и отцами, и дети будут на вас смотреть. Это значительно изменит вашу жизнь. Если хотите вести праведную христианскую жизнь, приведите кого-то ко Христу, и он будет смотреть на вас как на духовного лидера. И вас же это будет хранить от греха. Иисус в 3-й раз спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» Петр огорчился, потому что в 3-й раз его спросил: «Любишь ли меня?» И он ответил: «Ты знаешь все, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И тогда Иисус говорит: «Паси моих овец». Вопрос: а кого вы обучаете? Вы скажете: «Брат Хованд, это меня учат, я ученик». Хорошо, я тоже. Но вы должны дальше распространять. Ребята, я был преподавателем в школе 15 лет. Я могу вас заверить, что я больше научился преподавая, нежели когда учился. И если вы испытываете трудности, например, в геометрии или алгебре в школе, и если вы знаете вот столько, то пойдите научите кого-то, кто знает вот столько. Вы знаете так много, научите того, кто знает вот столько лишь. Подтягивая его на свой уровень, вы поразитесь, сколькому вы научились. Это удивительно. Я учился большему по каждому предмету, потому что знал, кого-то другого мне нужно научить. И если вы папа или мама, то очень уделяйте этому внимание. Он сказал: «Петр, ты действительно меня любишь? Паси моих овец». И если вы хотите поддерживать этот огонь любви, то делайте то, что Бог говорит. Читайте Библию, поддерживайте сердце чистым и завоевывайте души. Знаете, средний американец 1500 часов смотрит телевизор в год. Этого достаточно, чтобы прочитать Библию 22 раза. В Псалме написано: «Не положу пред очами моими вещи непотребные». А вы кладете всякое негодное пред глазами. Что, если вы сделаете правило в вашем доме? Слышите мат по телевизору, выключаете его на 2 часа. Видите кого-то неприлично одетым, на 2 часа выключаете. Такое правило, предположим. Если, скажем, вы видите, как они прославляют алкоголь, пьянство, распущенность, на 2 часа выключаете. Сколько будете смотреть в результате? Нисколько? Хорошо. Не ставьте вредное перед глазами. Библия говорит, что тот, кто приобретает души, мудр. Я предполагаю, что если вы не завоевываете души, вы не мудрый. Противоположное мудрому что? Мудрый привлекает души. Когда мне было 16 лет, я стал христианином, получил спасение, стал ходить в фундаментальную, радикальную, независимую баптистскую церковь. Там даже проповедник по кафедре стучал, такого я не видел в своей церкви, в которую я в детстве ходил. И я был очень зажжен, много читал Библию, и вскоре, через пару месяцев, меня пригласили на ярмарку. Там были специальные палатки, будочки и экраны напротив стульев. И 2 человек садились на стулья перед экранами с кнопочками в руках. И если на экране красный цвет, и ты нажимаешь кнопку, ты сам себя током бьешь. А первый, нажавший кнопку при зеленом цвете, бьет соседа током. Я спросил, зачем они это делают. Объяснили, это для того, чтобы толпу собрать. Мы же в этой толпе ходили и благовествовали. Я говорю, я пару месяцев сам как вылупился, как это делать? О, не беспокойся, все, что ты должен делать, это ходить и задавать вопросы по списку. Где вы живете, нравится ли вам эта ярмарка и так далее. Последний вопрос был, хотите ли вы лучше узнать Бога? Три вечера подряд я этим занимался, и мне это очень нравилось. Если кто-то отвечал положительно на последний вопрос, то я приводил его в палатку, открывал ее и говорил: «Джордж, это Герман, он хочет Бога узнать». «Хорошо, Герман, заходи», и они приводили его к Богу. А я возвращался и приводил следующего. Я приводил людей к тому, кто приводил их к Богу. Мне самому 3 месяца тогда было. На третий вечер мне попался этот огромный футболист. Последний вопрос: «Вы хотите узнать Бога?» «Да, сэр». «Идем со мной». Мы подходим к палатке, открываю. Никого. Все ушли. Футболист меня спрашивает: «Что делаем?» Я говорю: «Ну, хорошо, я покажу». Я волновался, потел. Мы там в палатке присели, ярмарка вокруг нас шумит. Я не знал, что делать, и я взял буклет, там 4 духовных закона, и я прочитал это все ему. Я просто не знал, что делать, никого я еще не приводил к Богу. Когда мы закончили, я говорю: «Если хочешь принять Христа, помолись». Я спросил: «Христа хочешь принять?» «Да, хочу». Я подумал: «О, а что же я сейчас буду делать?» Зацепил его на крючок, а на берег вытащить не могу. Я говорю: «Хорошо, давай помолимся». Мы склонились, закрыли глаза. Я говорю: «Я буду говорить молитву, а ты повторяй ее. Мы будем просить Иисуса простить тебя и войти в твое сердце». Но я 1 глаз держал открытым и читал. Я просто не знал, как молиться, поэтому я читал, а он молился. И он повторял и просил Иисуса простить его и войти в сердце. Потом он говорит мне: «Кент, ты даже не представляешь, 2 недели я об этом думал». Я говорю: «Я рад». И он вышел из палатки. Я там же опустился на колени. В этой грязной палатке, на той ярмарке. Мне было 16 лет. Я сказал: «Господи, это я, Кент. Господи, я новенький во всем этом. Это жизнь христианская. Это все еще незнакомо для меня. Господи, я не знаю, какие у тебя планы на мою жизнь. Но, Господи, если Ты хочешь, то я бы хотел этим заниматься всю оставшуюся жизнь. Я думаю, я хочу приводить людей к Тебе». Уже прошло 34 года и 1 неделя. И знаете, я все еще хочу это делать. Все остальное не важно. Почти 800 раз я проповедовал в прошлом году. Меня не было дома 217 суток. Я не покидаю свою прекрасную жену, потому что мне нравится уезжать. Я хочу приводить людей ко Христу. Сегодня день Валентина. Моя жена подготавливает сейчас музыкальные номера. Я мог остаться с женой и провести с ней романтический вечер, но я приехал сюда. Я не развлекаю вас здесь. Я хочу видеть пробуждение, хочу видеть, как кто-то из вас зажжется и начнет проповедовать. Наверняка у вас есть друзья, которые еще не спасены, или члены семьи, которым нужно узнать Бога. И может, кто-то из вас причина, почему они еще не спасены. Вам нужно исправить свое сердце перед Богом, приблизиться к Богу и начать на кого-то влиять. Мудрый завоевывает души. Во время гражданской войны большой деревенский парень записался добровольцем воевать с янками. Они пришли на мою территорию. Пойду отвоевывать. Прибыл на поле битвы. Там в лагере дали ему форму, рюкзак, винтовку. Вскоре он заявил о своей готовности. Сержант сказал: «Мы рады, что ты здесь. Твоя задача — охранять эту траншею». «Но, сержант, я сюда пришел не в траншее сидеть, а воевать вон с теми янками». «Нет, сынок, извини, но сиди здесь». Он там в грязи помаршировал туда-сюда и взъерепенился. У него упала планка, он выскочил из траншеи и через нейтральную зону с криками и возгласами побежал на сторону противника. Атака одиночного повстанца. Янки на него смотрят и думают: у него что, крышу сорвало? Эта деревенщина запрыгивает в траншею к янкам, находит бойцов, сваливает одним ударом одного из них, берет его под мышку, вытягивает из траншеи и бежит к своим. Никто не осмелился стрелять. Запрыгивает к своим, они вокруг него собираются. «Что это у тебя?» «Это янки». «Мы видим, где ты его взял?» «Вон там». «Там еще целая куча есть». И у вас мог быть кто-то, если бы вы захотели. Это интересно. И у вас мог быть кто-то, если бы вы захотели. В судный день мы будем стоять перед Богом. И около одних соберутся люди, которым они помогли прийти к Богу. А кто-то из вас подойдет и спросит, откуда у вас столько друзей? Да вот там на земле я их приобрел, и у тебя могли быть, если бы ты захотел. На кого из людей вы влияете в пользу Божью? Вы можете показать пальцем кого-то, кто идет на небо, потому что вы жили? Брат, у тебя 4 детей и 18 внуков. 5 детей, 18 внуков и 1 правнук. Я встречал семью в Северной Каролине, там было у человека 16 детей, у каждого по 6 внуков, в общей сложности 96 внуков. Много. Они приносят плод. Замечательно. То же самое нам нужно делать в духовной сфере. Нужно стараться влиять на каждого, на кого вы можете, чтобы он пришел к Богу. Я не знаю, что для вас важно. Через пару минут я уеду домой. А вам жить с самим собой всю жизнь. И ничего не поделаешь. Исследуйте свое сердце сегодня. Скажите, Господи, зачем я живу? Знаете, кто самый маленький человек? Это тот, кто сам в себе. Меньше быть нельзя. 34 года назад я решил потратить свою жизнь на других, приводя их ко Христу. Не знаю, что вы сделаете с вашей жизнью, но это то, что я решил. Маленький мальчик, возможно, к Иисусу подошел и говорит, «Ты выглядишь голодным, здесь у меня 5 хлебов и 2 рыбы есть». Иисус сказал, «Ты имеешь в виду, я могу это взять?» «Ты голодный, Иисус, а ты мальчик, да, я тоже, но ты проповедовал целый день, возьми, все будет нормально». Иисус мог сказать, «Хорошо, сынок, сядь вот там и посмотри». Итак, всем нужно сесть, 5000 человек, плюс женщины, плюс дети. Иисус взял еду того мальчика и начал раздавать другим. Возможно, 20 000 человек поели тогда, включая того мальчика. Да? Когда они закончили, 12 корзин остатков было собрано. Удивительно. У вас одна маленькая жизнь, и у меня тоже, у всех. Можно хранить ее для себя. Или отдать Господу, и посмотреть, что Он с ней сделает. И в судный день вы будете поражены, когда вокруг соберутся и скажут, «Благодаря тебе, знаешь, я здесь, на небе». Советую вам начать что-то делать. В этот день Валентина. Полюбите Господа. Соблюдайте Его заповеди, приобретайте души. Сатана преуспел в отвлечении нас тупыми вещами. Кто-то любит бейсбол, кто-то футбол, кто-то еще что-то. Все сгорит. Знаете, чем старше я становлюсь, тем менее меня что-либо интересует. Я был в каком-то поезде, направлялся в следующие ворота там в аэропорту, и кто-то меня спросил, «Как там суперкубок? Кто выиграл?» Я говорю, «А когда?» Он говорит, «Сегодня». Я говорю, «А кто играет?» Да, честно, я не знал. И мне было все равно. И до сих пор не знаю, и до сих пор все равно. Честно, абсолютно не волнует. Это не важно. Будьте осторожны в том, что вы начинаете любить. Люди любят мотоциклы, машины. Влюбляются в вы. Ребята, у меня было 85 мотоциклов. Они мне нравятся. Но они все сгорят. Но до этого мы покатаемся, да? Осторожно, вы можете полюбить одежду или прическу, украшения, драгоценности, например. Как, например, те звезды кино. У них куча украшений. Знаете, что они хотят? Еще. Просто того недостаточно. Возникают беспокойства, что кто-то украдет. Просто больше головной боли, вот и все. Вспомни, покайся, повторяй. Это секрет, как пребывать в любви Христа. Делать то, что раньше делал. Читать Библию, молиться, ходить в церковь, рассказывать другим об Иисусе. Просто продолжайте это делать. Может появится муж, жена. Нужно просто продолжать тоже делать. Когда влюбляешься, то говоришь, я для тебя все сделаю, хорошо? Продолжай в том же духе следующие 60 лет, и все будет хорошо. Давайте помолимся. Господи, мы Тебя благодарим за то, что Ты нас любишь, и за этих молодых людей, что у них есть желание быть с Тобой. Господи, молюсь, чтобы мы увидели возрождение. Может быть, кто-то в этой комнате не христианин, не спасен, и ничего не понимает про эту христианскую жизнь. Господи, молюсь, чтобы этот человек к Тебе сегодня пришел. Господи, также может быть, что здесь дети Твои, но они все сами в себе заключены. И они потеряли ту первую любовь к Тебе. Господи, помоги им вспомнить и покаяться, и повторять, продолжать творить прежние дела. Пожалуйста, не открывайте глаза, не смотрите друг на друга, девочки, вы меня не знаете, я вас не знаю, но можно я вас спрошу? Если вы не уверены, что спасены, что идете на небо, я бы хотел, чтобы вы подняли руки, я вас не буду беспокоить, не приду к вам, я просто помолюсь за вас. Поднимите руку, кто не уверен, что спасен. Поднимите и опустите, все, ага, 3, может кто-то еще, кто не уверен, что идет на небо, кто спасен. Поднимите руку. Не открывайте глаз, просто будьте честны, поднимите руку. Хорошо, я вижу уже 5. А если кто-то может сказать, брат Хованд, я христианин, но мое сердце не право пред Богом, поднимите руку и опустите, я помолюсь. Хорошо, хорошо, может кто-то еще? Мое сердце не право пред Богом. Есть вещи, которые мне нужно исправить. Хорошо, может кто-то еще? Поднимите руку, а потом опустите. Наш Небесный Отец, Ты видел руки, и Ты знаешь сердце. Пожалуйста, пошли пробуждение в этот дом. Во имя Иисуса. Аминь.